9 февраля в республике отметят 130 лет со дня рождения Василия Чапаева. Сегодня в музее, посвященном легендарному кумдиву, побывал Михаил Игнатьев. Главу республики познакомили с новыми экспонатами. Среди них макеты современных танковых и морских орудий. Их передал музей Чебоксарский завод имени Чапаева. Михаил Игнатьев посоветовал расширить эту экспозицию, чтобы сделать ее еще интереснее для посетителей. Музей построен больше 40 лет назад. Сейчас в реконструкции нуждается как само здание, так и деревянный дом, в котором родился Василий Чапаев. В этом году учреждение культуры получит грант главы республики 2 миллиона 800 тысяч рублей на пополнение экспозиции, а также на оснащение ее мультимедийным и интерактивным оборудованием. Планируется также модернизировать кинозал. С 2018 года в рамках столетия республики начинаем финансировать полную реконструкцию самого музея. В общей сложности это будет сумма где-то более 16 миллионов. Дополнительно будем выделять федеральные средства, направлять. Это входит туда реконструкция дом, где родился Василий Иванович, который во дворе здесь находится. И 13 миллионов само вот это основное здание музея.